Одна из самых острых тем – эпидемия гриппа. Экстренные меры принимают в российских регионах. В Омской области в субботу закрывают все школы. Неплановые каникулы продлятся минимум неделю. 10 дней не будут работать учебные заведения. В Перми каждая третья школа, в Саратовской области на карантине. Отменяют занятия в Тюменской, Свердловской областях, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Новые данные сегодня сообщили в Минздраве. От последствий гриппа скончались 107 человек. В целом по стране порог превышен на 30%. Фиксируют 90 случаев гриппа на 10 тысяч человек. Пик еще не пройден. По прогнозу главы Минздрава Вероники Скворцовой, эпидемия пойдет на спад через полторы недели и закончится в конце февраля.